Итак, друзья, время где-то минут 10 первого. Вот. И я, собственно говоря, решил вот с этим пацаном подготовить свою досочку к завтрашним покатушечкам. Вот. Как бы уже надо спать ложиться, я даже в UFC еще не играл. Ну да ладно, успеем. Ну что, поехали, разберем немножечко. Вот это... Здесь у меня стоит левая нога, и я сейчас буду выставлять крепление немножко ровнее. А вообще, мне нужно их протянуть, крепления, чтобы они не шатались и не болтались. А то на горе как-то это не очень удобно делать, там холодно и снег. Ну вот, друзья, в принципе, к катанию на горе я готов. Вот. И этот пацан тоже, видимо, хочет со мной. Но он только что передумал, и он, похоже, идет спать. Завтра увидимся на горе, пацаны и девушки. Но сейчас нужно лечь спать. Потому что завтра рано вставать. Вот, не будем испытывать судьбу. Попытаемся выспаться. Возможно, я не говорю точно, может быть, я еще пойду бегать. Что, конечно же, навряд ли. Потому что ноги будут и так забиты. Вот. Ну, доживем до завтра, там увидим. Ну все, всем пока. Ну все, ребята, собираемся на гору. Всем доброе утро, с вами Валдис. И мы находимся в ванной комнате. Завтрак богатыря, ребят. Фаршированный перец с черным хлебом. Два перчика с утречка. Можно покорить любую гору. Капец, опять толпа народу, да, здесь? Местные могли бы стояночкой бесплатно сделать. Все, сейчас будут самые жесткие в мире трюки. Бля, я тачку закрыл. Да похуй, никто ее не возьмет здесь. Там как бы ваши телефоны. Вот мой телефон. Больше там ценного ничего нет. Кошелек, бездельник? Бездельник. Без денег. Чик. Я, кстати, уже и там катался. Zoom. Короче, где вот два берем. Сейчас мы находимся на опасном склоне. Вот, он не прокатанный, не открытый. И сейчас буду снимать трюк для вас, ребята. Что не сделаешь ради хорошего кадра? Через какие дебри приходится проходить начинающим райдерам? Просто атмосфера даже здесь крутая. Вон конкурсы проводят, сейчас покажу. Не забудь, позорный танец! Ян, подскажи! Ян, подойди к зайцу, подскажи ему! Шкурку! Ян, иди, подскажи! Незабудка, ну конечно же, молодец! Ну что, ну... Три подъема, да? Да. Три подъема, заработала красотка! Маме, есть сертификаты на банан барбершоп, город Челябинск. Есть кто-нибудь из Челябинска? Есть те, кто посещает город Челябинск?
Че, пацаны, едите? Че, едим? Да. Ты нихуя ничего не едим. Уже все съели пока. Че там, давай обзор на еду. Че там внутри у тебя? Лисалата, да, огурец, колбаса, все листик по технологии, есть. Листик снизу лежит на булочке. Нет, под булочкой. Под булочкой, это под булочкой. Но. Ну, а так вон. А, ну под так-то, булочкой. Да, значит, ты неправильно ешь. Чаек, господа. Отвечаю, скончаю. Дай, пожалуйста. Иначе я тебя выложу в YouTube. В YouTube окажешься, кстати. Ничего, да, страшного? Меня не едят. Сука, почему? Бен. Кто? Поехали наверху попытаем. Был какой-то такой, знаешь, ковал, закрепляющийся. Да. Я хотел бы переносить. А как он держится? Мышка! Айда к нам! Сервис, ёп! Дай фотку. Здрасте. На! Тебя просунем! Вот и мыши подтянули. А что, такой же фонов? Атмосфера зашкаливает лучше, чем в клубе в любом. Даже в Москве в самом крутом клубе не так, как у нас тут. Ну все, ребята, последний подъем. И домой. Итак, друзья, все, я вернулся домой, уже покушал. Есть хотел неимоверное. Это катание, оно прям очень много калорий сжигается, кушать потом хочется, как будто не ел неделю где-то. Вот, слава богу, я поел, все, сейчас буду сидеть за компьютером, залью туда видеоролики, которые наснимал, ну и буду монтировать. Вот, как-то так. А, чаек забыл, чаек. Yeah, grew up alone on the coast, yeah. Had a few friends that were close, yeah.